Одно от Ольги. У нее женский взгляд, у меня мужской на мероприятие. Это долго будет. Это быстро. Так. Сколько вопросов? 27 у каждого? Три вопроса. Три много, давай, два. С половиной. Камера идет. Кейтеринг года. 9-е. Кирилл Погодин, создатель. Я Геннадий Лернер, Event TV. Кирилл, чем отличается эта премия от 8 предыдущих? Тем, что она 9-я для начала. Во-вторых, в этот раз мы впервые здесь имеем представителей из Европы, Европейская ассоциация, члены правления, все здесь. Дальше у нас отдельная специальная номинация «Доставка», «Лучший сервис доставки». И 5 компаний, 5 финалистов показывают свою работу живьем на премии, чего мы, в общем, тоже не делали. Поэтому много нового, много интересного, и лидеры рынка, новые лица, все здесь. Ребят, на самом деле, все 9 раз, которые я задаю Кириллу этот вопрос, каждый новый раз есть что-то новое, каждый следующий раз есть что-то новое, и в этот раз Кирилл превзошел все мои ожидания. Ну, чтобы 5 кейтерингов одновременно просто соревновались, из кожи лезли вон, чтобы сделать лучше для всей этой толпы людей. Ну, толпа, вы понимаете, это образно, я имею в виду, это люди все из ивент-индустрии, которые просто настоящие заказчики для кейтерингов. Да. Именно так. Кирилл, вопрос второй, очень простой. Почему этот зал? Чем он тебе понравился? Ну, близость к Кремлю. No comments. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как вообще пришла идея сделать кейтеринг? То есть, на самом деле тут очень интересная атмосфера ивента самого по себе. Когда друг с другом люди знакомятся, они фотографируются, они что-то выпивают, они едят. И атмосфера праздника. Как вообще пришла идея организовать именно кейтеринг? Кейтеринги были незаслуженно обделены. Была ресторанная премия, была премия в сфере ивента. У кейтерингов не было своей премии. Поэтому 9 лет назад мы решили, что надо что-то поправить. И сделали такую историю. Она оказалась поддержана очень широко. И мы уже 9 лет, собственно говоря, делаем это мероприятие, из года в год стараемся делать его лучше. Всегда находятся те, кто знают, как еще лучше. Но мы, в общем, как бы знаем, что следующий год лучше прошлого, это главное. А чем отмечен этот год? Вот что уникального в этот год? В этом году, и как я рассказал уже, есть специальная номинация, есть специальные гости, есть живая и такая, я бы сказал, шумная церемония. Поэтому все это вместе делает мероприятие точно уникальным. Ну и площадка. Здесь мы не делали премию никогда, это первый раз в этом зале. И мне кажется, неплохо получилось. Ну, в общем-то, да, близость к Кремлю и такая движуха тут действительно чувствуется. Да? Кирилл, и еще один вопрос. А кто из европейцев решился приехать? Откуда, из какой страны? Люксембург. Люксембург – представитель компании с оборотом 50 миллионов евро. Крутой кейтинг, по московским меркам недостижимые объемы. И да, мы, в общем, как-то пытаемся делать эту историю интереснее, в том числе вовлекаем европейцев наших. Мне кажется, что я их знаю. Это ребята, которые поддерживают русский бал в Люксембурге. Возможно, они там номер один, да. Да, это те самые ребята. Им огромное спасибо, что они, видишь, и там, и здесь. И вообще здорово, что премия настолько приобрела такой высокий уже рейтинг и уровень, что люди из Люксембурга, а это очень реально серьезный уровень, потому что у нас есть компании с оборотом 50 миллионов, на самом деле. Рублей. Друзья мои, рад вам, спасибо большое. Удачи, увидимся через год, а это мероприятие пока продолжается. Вернусь к сцене. Спасибо. Спасибо.